ходе рабочей поездки по Чуйской области председатель кабинета министров Акылбек Джапаров ознакомился с работой завода по восстановлению и переработке автомобильных шин в городе Токмок Чуйской области. Президент закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барктабасов проинформировал о том, что в настоящее время завод, состоящий из двух цехов, работает в тестовом режиме. Во втором цехе ведется установка оборудования и необходимые пусконаладочные работы. В ближайшее время мы планируем закончить указанные работы, сказал он. По итогам ознакомления с деятельностью предприятия, председатель кабинета министров Акылбек Джапаров поручил ускорить проведение всех пусконаладочных работ по установке и монтажу технологического оборудования с целью скорейшего запуска завода на полную производственную мощность.